Песенка про меня. Я хороший мальчик. Я люблю слушать музыку. Да. Песенка про меня. Я хороший мальчик. Друзья, всем большой привет. Вот что-то как-то вспомнилось, заностальгировалось, и думаю, да, а почему нет? Я хороший мальчик, но сегодня видео будет о плохих мальчиках и девочках. Друзья, я очень часто на своем канале поднимаю такие острые темы, о которых многие просто предпочитают умалчивать, либо не затрагивать, ибо, как говорится, не тронь, вонять не будет. Но я считаю, что такие темы обходить стороной нельзя. Это, например, недобросовестные продавцы, коронованные продавцы, недобросовестные покупатели, некачественные услуги с Авито, которые были не так давно. Ну, в общем, много-много разных тем, и сегодня будет одна из таких же. А именно это воровство контента на цветочных каналах. На цветочных каналах я столкнулся с этим не впервые. Я, в принципе, сразу выскажу свою позицию по поводу своих видео. Так, давай чуть-чуть повыше и поярче сделаю. О, вот так вот, да? Вот. Я не против, чтобы делились моим контентом. Наоборот, я даже за, когда вы делаете репост, скачиваете, делитесь в своих социальных сетях, чтобы не потерять, да, и таким вот образом хотите помочь, может быть, своим подписчикам, да, своим друзьям цветочным, там, какими-то советами. Если, например, по моим советам у вас получилось, вы поделились на своей странице, здорово, все счастливы, все довольны. Ко мне пришли там пара человек, ну, в общем, помогли друг другу, как говорится. Но я тут столкнулся с таким, конечно, просто откровенно наглым воровством. Я вам сейчас просто покажу видеоролик, который я сделал, ну, буквально накануне у меня в шортсах вышел. Этот ролик у меня скачали. Мой водяной знак, который я размещаю вот где-то вот здесь вот в углу, его не стали замыливать, его просто сверху там листочек начал вращаться и сверху наложили другую музыку. Сейчас я его включу, посмотрите, сравните с моим, кто смотрел. Говоря, как к такому относиться. Этот ролик разместили в телеграм-канале, в очень крупном телеграм-канале. Я не буду называть, как он называется. В общем, в описании к видео есть мой телеграм-канал, зайдя в который, вы можете посмотреть вообще все скриншоты. Я даже нашел тех участников, которые у меня сидели в моем канале. И такие затихарившись, выглядывали, высматривали, что там появилось новенького. Потом шли на платформы, где это можно скачать, и скачивали, и выставляли в своем телеграм-канале. К чему я это все веду, вот эту вот преамбулу о том, как я к этому отношусь и как сделали они. А дело в том, что все бы да ничего, прошел бы я мимо себе спокойно, да есть одно небольшое но. Люди на таком зарабатывают деньги немалые. Вот сейчас скриншоты я привожу, сколько стоит пост в их группе, да, на их канале. В одном из. Причем этот пост публикуется ровно на сутки. Цена от 6 тысяч до 27, по-моему, если я не ошибаюсь. Скриншот я вставлю обязательно. И пост они выкладывают в зависимости от цены, от поста, от канала, от суток и до бесконечности. Соответственно, цена меняться будет.
хочу поднять эту тему, этот вопрос. Ребят, если вы меня смотрите, а вы меня смотрите 100%, вы выискиваете контент, вы смотрите, вы своего ничего не создаете абсолютно, вы этим всем не болеете, у вас есть только одно на уме, это как, где, чего взять. Да, я думаю, даже у вас уже, знаете, просто это все на автомате. Вы просто заходите на канал, берете какие-то видео, посты, фотографии и что-то от себя, ну, какую-то начинаете писать там с добрым утром, неделю начнем с позитива, посмотрите, какие милашки качаются на качелях, да, ну, вот, собственно говоря, как вы это уже сделали. Я, когда просто начинаешь писать посты и пишешь их изо дня в день, это уже просто происходит, знаете, как на автомате. То есть, ну, поначалу сложно, а потом это уже просто становится, знаете, как на конвейер такой. И тут, знаете, у них целая такая индустрия по заработку денег в интернете. То есть у них не они один канал цветочный, на самом деле у них их очень много. И зайдя на такие каналы, обычно у них нет, во-первых, у них разношерстные ролики, разношерстные посты, в плане того, что у них нету конкретного какого-то одного ведущего, одного блогера. Нет, у них оттуда они взяли, отсюда взяли, понимаете, отсюда выдернули, понимаете, то есть и при всем при этом они замыливают вот эти вот водяные знаки. Просто мне, как сказали, порекомендовали в комментариях, ну для меня это смешно, конечно, делать водяной знак на середину экрана, типа на весь экран. Ну, это, как это будет выглядеть? Ну, вот давайте сейчас вот где-то вот на 7-й минуте я вот этот знак попробую разместить. Вы представляете, как смотреть такие видеоролики? Вот с таким вот водяным знаком на весь экран. Ну, чё к чему? Нет, так я делать точно не буду. Пусть это будет на их совести. Но хочу попросить вас всех распространять это видео, говорить об этом, не стесняться. И если вы находите какие-то вот такие каналы, такие группы, пишите блогерам о них обязательно. И старайтесь все-таки подписываться на оригинальные источники, а не там, где просто собирают подписчиков и зарабатывают деньги. Зарабатывают, причем немаленькие деньги, не создавая при этом ничего. Вот, и все. Конечно, меня бомбанула эта ситуация, но сейчас уже меня отпустило, потому что я в своей любимой оранжерее, и я довольствуюсь тем, что у меня есть здесь и сейчас, сегодня. Вот, надеюсь, что вы тоже вместе со мной. Друзья, поддерживайте своих блогеров, особенно в России, просто поставьте лайк, прокомментируйте, если у вас есть возможность, подпишитесь на Boosty, да, я сейчас не только за себя говорю, я говорю в принципе за всех блогеров, которых вы смотрите, которых вы любите, цените, уважаете, которые вам поднимают настроение, которые, несмотря ни на что, все равно продолжают снимать, радовать вас, создавать контент, поддерживайте их. Поставить лайк — это секунда вашего времени, это не стоит ничего. Я смотрю 3 любимых блогеров, я всегда просто ставлю им сердечко в комментариях, всегда лайкаю. Нет у меня возможности донатить. Была бы, делал бы это с удовольствием, понимаете? Поэтому делитесь этим видеороликом в своих соцсетях. Старайтесь не вступать в такие группы, а если вступили, то проявляйте как можно меньшую там активность и старайтесь находить первые источники. Это очень важно, потому что, ну, я считаю, зарабатывать на чужом горбу, ехать на чужом горбу, это страшные реалии сегодняшней России, и я такое не поддерживаю. Лучше давайте поддерживать своего маленького производителя. Поэтому, друзья, такое вот у меня видео, такие вот у меня новости. Как вы ко всему этому относитесь? Я понимаю, что для многих это пустяк, особенно в связи с какими-то текущими событиями в мире, в странах. Но я решил поделиться. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием. Поделитесь этим видео, либо репостом, можете просто скачать.
Не обязательно оставлять ссылку. Это видео снимается незапланированно, специально, чтобы просветить, скажем так, да, чтобы держать всех в курсе, что происходит, как происходит, с какой наглостью воруется контент. Да, при этом попытки как-то связаться с администраторами, они вообще полностью игнорируются. Контент не удаляется, пожаловаться невозможно. То есть какие-то вот такие вот действия сделать нереально, особенно в Телеграм-канале. Телеграм-каналов, да, их много. Поэтому давайте как-то объединяться вместе и поддерживать, так сказать, первые источники. Друзья, у меня на этом все. Всем спасибо за лайки, комментарии, вашу поддержку. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.